игроки сборной России. Напоминает нам, что Максим Соркин забросил единственную шайбу российской команды в пятой игре, которая проходила вчера в городе Саскатун. Бросок от синей линии. Добивание 2-0. Илья Круглов укрепляет преимущество российской команды. После броска Данила Поленкова шайба отскакивает на пятак, где Круглов оказывается быстрее всех. Ну, молодцы, завершили, собственно, то, что начали так, как и надо, то есть голом. Круглов на добивании, недалеко шайба отскочила от Хофера. Рядом с Кругловым вообще никого не было. Вот тоже, да, почему так канадцы сыграли? Забыли его абсолютно. У него даже там была, наверное, лишняя секунда, чтобы подстроиться под этот бросок. Ну и главное, что поднял он ее ото льда, потому что низом возможно.